Ну а сейчас в Финляндию. Победу во втором туре президентских выборов в стране одержал бывший премьер-министр Александр Стуб. Политик с большим отрывом обогнал своего соперника Пекка Хависто. После подсчета почти 100% бюллетеней Стуб лидировал с более чем 52% голосов, Хависто набрал почти 49%. Всего в выборной кампании принимали участие 9 кандидатов. Отмечу, явка во втором туре президентских выборов стала для Финляндии исторически низкой. На избирательные участки пришли 70% граждан.